Ребята, привет! Вчера буквально записал я первое видео, где подробно рассказывал о проекте «Антизарплата 2.0». Сегодня уже появились первые вопросы, так что будем сегодня отвечать. В двух словах, или для тех, кто первый раз смотрит, видит меня, меня зовут Олег, я больше 10 лет зарабатываю в интернете, я создатель Crypto Leaders Club, и где мы специализируемся на том, что обучаем заработку в интернете. Но, ребята, опять же скажу, я не какой-то теоретик, я не какой-то там, не буду вам лить воду, ну, скажем, воду в уши, не буду рассказывать, как там какие-то там задания надо выполнять теоретически. Я такой играющий тренер, я сам зарабатываю в проектах, мы выбираем лучшие проекты, у нас команда админов крутых, которые там, ну, супер наставники. Сегодня с нами, кстати, Аня, она там топ наш админ, топ наставник вообще. Передай привет, Аня. Да, привет, привет. Поэтому, смотрите, мы, опять же, результаты, я показывал свои результаты, показывал в прошлом видео результаты команды. И задача, опять же, кто не видел, ссылка будет вверху, но мы решили обучить там не там несколько там сотен человек. У нас задача сейчас как бы сделать максимально большое, охватить максимально большое количество людей и сделать обучение максимально простым. Мы его сделали уже в игровой форме, уже первые люди собираются, первая команда в 100 человек уже начинает собираться, поэтому, друзья, мы решили набирать по 100 человек, доводить их до результата и дальше уже просто набирать, там, расширять наши, так сказать, возможности, больше людей заводить. Потому что, ребята, сейчас у большинства людей проблемы. Почему мы вообще решили заниматься этим? Потому что, ну, вы сами думаете, у вас уже, если у вас нет еще проблемы там с деньгами, с заработком, с работой, то, я думаю, в вашем окружении уже большинство зацепило эта проблема. И дальше будет хуже. Все это понимают. Не надо прятать голову в песок. Все понимают, что скоро и за вами придут. Ну, грубо выражаясь. Поэтому времени нет, мы решили максимально сделать эффективным обучение. Будем набирать людей, показывать, как зарабатывать. Цель наша на первом этапе довести до 50 тысяч рублей в месяц заработок каждого из вас, кто будет проходить обучение, кто будет выполнять задания, кто, ну, кому реально нужны деньги, тот заработает, опять же. Дальше наша задача, мы выбрали такой проект, где есть пассивный доход, мы хотим сделать так, чтобы вы получали не просто антизарплату там, по 100 тысяч, например, в месяц. Мы хотим, чтобы эти 100 тысяч в месяц вы зарабатывали на пассиве. На пассиве, естественно, надо будет поработать. Я не скажу, что это прямо так вы пришли, там что-то сделали. Ну, хотя для тех, у кого есть деньги вложить, там есть возможность вложить и получать до 30% в месяц. Вообще ничего не делай. Если ты такой друг, если ты там такой Буратино богатый, у тебя есть такие деньги, такая возможность тоже есть. Но большинство людей, я понимаю, наших, это ребята, которые хотят там с нуля, с минимальными вложениями начать зарабатывать. Это мы даем обучение, все как бы, все материалы, все. Ну, давайте просто, Аня, там вопросы какие-то накопились. Не будем затягивать видео, сразу по вопросам. Да. У нас на самом деле чат уже комплектуется, да, ребята уже, кто знает нас, кто сталкивался уже с нашим обучением, с нашими, да, проектами, в которых мы ребят также обучали, уже в первых рядах у нас в чате, вот, и посыпались первые вопросы по поводу обучения. Что же, наверное, первый самый актуальный такой вопрос в плане того, для кого вообще это? Вот для кого сделано вот это вот наше обучение? Кому оно подойдет? Ребята, смотрите, смогу вопрос. Ли я? Да, я понял. Ну, смотрите, основное для того, чтобы начать зарабатывать, это, естественно, вы должны понять, что у вас есть проблема. Если ее еще пока нету, я надеюсь, то вы поймите, что через время она появится, скорее всего, у большинства. Потому что этот коронавирус, эта эпидемия, это все, ну, кризис, вообще целые отрасли просто умирают. Офлайн бизнеса, все уходят в интернет. Если ты сейчас, дружище, не запрыгнешь в этот последний вагон, то же самое будет, как и в онлайн, ну, как в офлайне. Будет куча просто конкуренции, и ты уже тут тоже будет очень трудно заработать в интернете. Потому что очень много людей обращается в последнее время, потому, ну, все теряют работу. Там, у кого-то, не дай бог, заболели люди, там нужны как крупные суммы денег. Люди просто не вытаскивают. Все поняли, что в интернете еще пока не добрались эти руки там, этих ребят, которые это все делают, как бы манипулируют этим всем. Смотрите, кто может зарабатывать? Зарабатывать сможет любой человек, который, ну, будет выполнять простейшие действия. Там, те же соцсети. Чему мы обучаем? Мы обучаем, во-первых, эффективной коммуникации. Коммуникация – это основа там, построения команд, продажи.
рекрутинг, вообще любая коммуникация, с чего состоит любое общение. Есть хорошая фраза такая, миллиардер Уоррен Баффет, по-моему, сказал, что нет проблем с деньгами, есть проблема с эффективной коммуникацией. Люди просто не умеют договариваться. Этому мы учим в первую очередь. Обучаем в виде игры, простейшие игры, там, в которых, ну, и проработка психологических там, ваших проблем, там, страхов. Это все делается легко и просто. Люди просто расцветают, люди начинают зарабатывать, даже те, которые раньше думали, что они вообще там боялись там, где-то там заговорить с кем-то, там, с незнакомым человеком. Есть у нас и пенсионеры, есть у нас мамочки, там, это вообще там с детьми, это наверное, 80% ну, контингента нашей команды, которые, кажется, там дети ползают по головам, там, мешают им зарабатывать, но они свое дело делают и зарабатывают, опять же. Так, не будем затягивать. Давай, Аня, следующий вопрос. Да-да-да. Ну, ты на самом деле уже практически ответил на него. Второй самый такой распространенный вопрос был по поводу того, а много ли понадобится времени на выполнение именно заданий, какой сложности они, какого уровня сложности, требуют ли они каких-то определенных навыков, каких-то определенных, может быть, знаний уже в области там, интернет-заработка и так далее. Смотрите, ребята, на самом деле для того, чтобы зарабатывать в интернете, нужно, ну, не нужно никаких там, специальных знаний. Если вы можете в соцсетях там, лайк поставить, там, написать какое-то сообщение или там, записать голосовое, или там, вообще просто умеете на кнопки нажимать на телефоне, этого достаточно. Все остальное делается. Просто, опять же, расскажу вам историю. У нас тут есть девочка, которая там, ну, ей постоянно мешал ребенок, как бы начать зарабатывать. Мы просто поработали, ну, как команда, объяснили, как это все сделать. Теперь это один из самых лучших наших учеников, самых успешных. Она, ребенок не только не мешает, он еще счастлив, он еще и сам уже становится там юным блогером, юным там манимейкером. А какие видео она снимает? Это же прям вообще огонь. Да, это вообще. У нас такие истории, у нас, я говорю, пенсионеры там начинают зарабатывать, естественно, снимать видео, свои YouTube-каналы, открывая такие себе, ну, качества, которые там, я не знаю, большинство боятся этого, но на самом деле это все у каждого есть внутри. Поэтому, ребята, ничего не бойтесь. Плюс смотрите, я вам, чтобы опять не затягивать видео, и, ну, многие спрашивали там, сколько заработали. Те люди, с которыми мы уже начали работать, мы предварительно сделали такое как бы небольшое обучение. Давайте посмотрим, сколько они там зарабатывать. Вот человек за два дня работы команды 6697 рублей. Пассивный доход, то, о чем мы вообще, к чему мы идем, чтобы вы уже вышли на пенсию уже там через несколько недель и дальше там или месяцев и вообще забыли про ту государственную пенсию, которая не все доживут. Вот смотрите, 20 монет это пассивный доход каждый день. Умножить на 18 это почти 400 рублей. Просто так это там сколько там, 12 тысяч в месяц просто капает. Это вообще, это уже у человека капает. Если он даже спит, не работает, ничего не делает, болеет, поехал отдыхать, они все равно приносят. Вот человек этот уже заработал 42 тысячи, начиная с 2400 рублей. Дальше смотрим. Вот результаты у девочки Ани. За 2,5 месяца она заработала 246 тысяч рублей. И таких, ребят, как истории успеха, которые там вначале себя не верили, но через время они просто себя не узнают. Тут уже, наверное, там, ну, десятки, может, даже сотни. Поэтому, ребята, я не хочу затягивать это видео. Смотри, дружище, если у тебя реально уже есть такая проблема, что ты понимаешь, что тебе нужны деньги, что у тебя какие-то там есть доходы, ну, доходы снизились, или ты понимаешь, что скоро, возможно, у тебя их вообще работы не будет. Поэтому не затягивайте, ребята. Переходите по ссылке под видео, заходите в канал, там вся информация, и давайте начинать уже зарабатывать. Опять же, напоминаю, возьмем 100 человек, мы не будем там сейчас там миллион людей набирать. Доведем их до результата, научим всему. Поэтому, дружище, если у тебя реально уже ты ощущаешь, что тебе это нужно, пиши, не задумываясь. Переходи сейчас сразу же и начинай. Не жди, когда эта жопа достанет тебя. Если ты сейчас думаешь, что это тебя не касается, как бы все остальные люди так же думали, которые сейчас сидят без денег и просто готовы на любую работу. Поэтому, ребята, всех рад был видеть. Переходите по ссылке под видео и получайте всю информацию. Да, всех ждем в команде. Всего пока, ребята.